Чудесная республика Северная Осетия, страна гор, великолепной природы и зелени. Одна только проблема – коррупция и обнищание населения. И потому мы сегодня здесь. Это программа «Что произошло?» и мы начинаем. Кукуруза – это сегодня основная культура, которая возделывается на полях Северной Осетии. Сырье для спиртовой промышленности. Меня зовут Михаил Зловик, я живу в Германии и хотел бы рассказать, что со мной произошло в Осетии. А произошло с ним то, что немец полюбил осетинку. Познакомился с ней через интернет, встретился в Москве, несколько раз приезжал в гости во Владикавказ. Дальше классика жанра. Мошенница выцегонила у него четырехкомнатную квартиру в центре столицы республики. Женщина пыталась подсунуть немцу на подпись какие-то документы, смысл которых из-за языкового барьера он не понимал. Он отказался подписывать. Женщина вспылила и вроде как бы собралась выкупать квартиру. Немец уехал. Когда Меликова отказалась выкупить квартиру, я обратился в адвокатскую канцелярию в Берлине, чтобы они выяснили, как вернуть квартиру или деньги. Но немецкие юристы столкнулись с таким, что даже в голову уложиться не может. С помощью подделанной нотариальной доверенности и подделанного договора купли-продажи была похищена 100-метровая четырехкомнатная квартира в живописном, замечательном месте и без того очень красивого города Владикавказ. К сожалению, местная полиция, несмотря на очевидность совершенного преступления, отказалась возбуждать уголовное дело. Уже 2 года адвокат Александр Кобелев сражается с классическим ОПГ, состоящим из полицейских, чиновников и судей. А членам ОПГ от этого ни жарко, ни холодно. 47 законных средств массовой информации. На секунду. Кого? Сейчас, подождите. У меня просто я собака, понимаете? Это у нас, да, мы нет снимаем. Вот та самая нотариус Валиева, что оформила поддельную доверенность. Вы в мае 2015 года оформили доверенность от имени Михаила Зловика, гражданина ФРГ. Да. Я вспомнила. С таким вот боем адвокат вместе с журналистами пытается пробиться в суд, чтобы принять участие в открытом заседании. С разрешения председателя суда. Каким законом предусмотрено? Не вот это, а федеральным законом. Каким предусмотрено? В Советском районном суде Владикавказа законы Российской Федерации не работают. Судебные приставы нагло плевали на них, ссылаясь на некую незаконную инструкцию. Требуют уважения к своему возрасту, но при этом проявлять уважение к российским законам они не спешат. Впрочем, ситуация разрешилась только после приезда полиции, которую, к слову, тоже пришлось вызывать аж 2 раза. Стражи порядка на том конце провода буквально уговаривали. А может, не надо? Уберите свой там, зачем меня сейчас снимать? Вы же при исполнении. Ну, при исполнении, что, ну зачем я? Но удивление, вердикт суда, уголовное дело все же возбудить. Главный Кобеля в интересах гражданина ФРГ. Зловика в порядке статьи 125 УК РФ о признании бездействия должностного лица незаконным удовлетворить. Признать бездействие начальника 2-го отдела правосудия или преступления на территории Заповедного района СУВД России по городу Кавказу Шалаем Казиева по результатам рассмотрения сообщения о преступлении по заявлению Зловика незаконным. Руководитель регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Артур Маурауф рассказывает, что любая проблема в республике решается только тогда, когда она получит огласку. Причем желательно в интернете. Местным СМИ доверия уже нет. Сейчас любая проблема выходит на уровень интернета и вирусится. Это как у всех есть в кармане способ производства и передачи информации. И если проблема серьезная, то она быстро всплывает. Проблема решается, если создается огромный резонанс, и эта проблема доставляет еще кому-то проблему. То есть становится проблемой для, не знаю, чиновников, каких-то госструктур, которые уполномочены эту проблему решать. Ну, это так и есть. Видимо, потому сей приговор суда, несмотря на сопротивление вооруженных до зубов гопников в форме, и состоялся. Уж больно местные властимущие боятся, что ссор из СБ вынесут. В Северной Осетии воруют не только квартиры. По словам жителей, вся земля здесь принадлежит 18 местным олигархам. Среди них и структуры главы республики Вячеслава Битарова. Эти поля давали работу огромному количеству людей. Это собственность колхозников отдана непонятно кому. Они работали здесь. В прошлом году здесь они получили огромный урожай кукурузы. Почему кукуруза? Да все потому, что она неприхотлива. Людей на ее обработку много не требуется. Сил много не надо. Воды тоже. А главное это то, что из нее можно делать.
делать спирт. Сегодня это основной продукт, который идет на экспорт. Цеха и склады стоят в руинах. Инфраструктура села Тарская пригородного района тоже приказала долго жить. Здесь когда-то был универмаг, а это здание правления. Его за 200 тысяч продали с молотка. Теперь в нем поселилась полиция. Люди, которые работали на этих землях, они сегодня остались без земли, без средства существования. Они получали и заработную плату, они получали и натуроплату, они жили за счет колхоза, за счет СПК, но сегодня они не имеют абсолютно никакого заработка, никакой прибыли и нечем им жить. 330 человек работало на этих полях, 330. Раньше здесь выращивали картофель, кабачки, помидоры и подсолнечник. Всего около 100 культур. Вся продукция сдавалась на консервные заводы, которые тоже давно уже распилили на металлолом. Теперь здесь самые обеспеченные люди – это пенсионеры и те, кто собирает черемшу. У потомков ничего в будущем нету. Они стали рабами, крепостными. Землю продали вместе с людьми, вместе с колхозниками. А они, те, кто его получили, они говорят, нам земля без людей нужна. Безработица, молодежь ходит. Ни спортзала, ничего нету. Ни в милицию их не принимать, ни в Минобороны, никуда. И бедствуем, вот. В центре села стоит развалинная школа. Когда еще в перестройку возвели новое здание, это успели перестроить под детский сад. Тогда же в Грузии случился первый межнациональный конфликт. Колхозники решили повременить с новым садиком и приютить здесь беженцев. Я живу здесь с семьей уже 28 лет. Нам постоянно обещают, что вот-вот выплатят компенсацию, как беженцам, окажут помощь, предоставят жилье. Но никакой перспективы мы не видим. Мы постоянно обращаемся к главе поселка и в администрацию района, и в правительство республики. Никаких мер для переселения нас в нормальное жилье не предпринимается. С тех пор прошло уж 30 лет. За это время развалились и страна, и колхоз. Детский сад теперь здесь мало кому нужен, столько детей уж нет. А беженцы здесь все живут. Живут вот в этой развалюхе без ремонта, без присмотра чиновников и без права на нормальное жилье. Вместе и дружно они проводят время с курами, собаками и кошками. Все под одной крышей, а больше просто некуда. Более-менее было страшнее уже. Снимали. Ну это, конечно, тоже, да. Да, да. Я не могу уже здесь... Как живет? По-русски не знаю. 11 лет тому назад в здание заселили новую партию беженцев. Мы в 2008 году приехали. Никакого жилья тоже не светит, ни паспортов не светит, ничего. Ничего не дают, ни жилья, ничего не дают. Выплаты социальные вы получаете? Нет, ничего не дают. А как живете, работаете или что? Ну, работали. Раньше вот они все знают, вот здесь огороды брали и зеленью вот в это время. А так мы на орехи, на вот черемша мы вот здесь собирали. И вот сейчас заболели, у меня уже позвоночник негодный, а у него рак прямой кишки. И вот так без работы. У людей нет никаких документов. Грузинские паспорта сгорели еще на родине, а российские не дают. На работу так не возьмут, жилье тоже не дадут. Беженцы было пытались пойти даже на нарушение закона. Я хочу уехать на депорт даже, и то не отпустил. То есть вы даже назад не можете вернуться? Даже назад, мы как пленники стали. Я не знаю, что за закон это. Разве Россия такие законы выпускает, что ли? Пока здесь была школа, работала и котельная. Как сюда въехали беженцы, котельную ликвидировали. Ну а зачем беженцам отопление? Из-за печек везде копоть регулярно случаются пожары. У людей уже давно нет веры в российское будущее. Они, словно обитатели концлагеря, уже смирились со всем этим и просто существуют. У меня три сирота, сама вот того, у каких вот ситуаций мы живем. Здесь дождь идет как на улицу, и сейчас так тоже здесь. Вот дети здесь спят, прямо вода идет на них. Министр строительства республики Таймур Аскасаев уверен, что эта ситуация частная, ее можно решить. По его словам, помощь беженцам оказана колоссальная, и работа в этом направлении будет проводиться и дальше. Работа ведется большая, широкая на самом деле. За последние несколько лет мы выдаем большое количество сертификатов на именно приобретение жилья. Ну, это частный случай, тут надо непосредственно с каждым разговаривать. Однако ВОЗ и ныне там. 14 семей вот отсюда выносим воду. 14 семей. А, туалеты у нас нету, ничего у нас нету. Баня у нас нету. Ничего вообще нету. Вот так живем уже много лет. Как ни крути, основным предприятием здесь был колхоз. И работаем сейчас, так и на государство не пришлось бы уповать. Однако... Откуда-то приехал неизвестный человек. Как он прихватил эти земли, никто не знает. И он каждый год ему приносят домой миллионы. А люди, трудящиеся села, сидят дома.
Не развалины кругом, это тоже построены при Союзе. Ну, сказать одним словом, что забросили нас. Глава республики поставил задачу не только по Тарскому, но по всем другим населенным пунктам такая же ситуация происходила, что бывшие колхозы, бывшие совхозы их, конечно же, осознанно банкротили и попали они в одни и те же руки. Суд вынесет то решение, которое будет законное и справедливое. А глава республики вот в этой части однозначно поддержит, потому что он тогда ставил задачу изначально. Какую именно задачу ставил глава республики, так и осталось неизвестным. Однако пока программа готовилась к эфиру, суд в очередной раз, вопреки российскому законодательству, отказал колхозникам в рассмотрении иска. Исходя из этой логики, вот это самое незаконное решение он и должен поддержать. Впрочем, это еще не все беды селян. Мало того, что их лишили их же собственности, так еще и стереть с лица земли пытаются. В советское время здесь находился учебный центр Минобороны. Здесь готовили общевойсковые специальности, здесь был класс горной подготовки, много кого готовили. Сейчас же здесь поселился военный полигон. Два раза в год проходят крупномасштабные учения с реальным бомбометанием. Дома почти все потресканы. Сюда привозили из-за Урала ракетное топливо. Везли через всю страну и почему-то нашли место для того, чтобы его здесь утилизировать путем поджигания. Здесь такой гул стоял. Наверное, 150 метров поднималось. Сходные ситуации в Дегорском районе. Здесь у людей тоже отобрали землю. В 2000 году наши земли были переданы за подписью главы администрации местного самоуправления Бердиева агрофирме «Урсдон» в количестве 3500 гектаров. Вот. На каком основании, до сих пор непонятно, так как у людей сохранились паевые листовки. На каком основании глава муниципального образования распоряжается землями 3500 людей? Это особняк местного папика Гулаева, что присвоил себе земли колхозников в Дегорском районе. В столице таких особняков у него как минимум 4, и еще несколько находятся в селах. Почему бандиты живут в роскоши, а крестьяне остались ни с чем, это вопрос скорее риторический. Сказать, что он не волнует полицию, это значит слукавить. Очень даже волнует, когда люди подали туда соответствующие заявления, в их домах прошли обыски с пристрастием. К сожалению, такая ситуация не только в пригородном и Дегорском районах. Это прискорбно, но такая ситуация даже не только в Осетии, это по всей стране. Гитлер не смог развалить колхоз. Он как работал, как функционировал, так и остался функционировать. А сейчас демократы, Путин, развалил все. Ситуация с работой такая тяжкая не только на селе. В городах тоже ровным счетом нечего делать. Местные рассказывают, что когда-то в республике было 200 заводов. Преимущественно военные, все высокотехнологичные. Сейчас практически все они стоят в руинах. Промзона Владикавказа встречает нас пустыми глазницами цехов и ржавыми трубами. За следующие 5 лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная задача. Причем это должен быть не сырьевой, а качественно иной рост, построенный на инвестициях, передовых технологиях, на повышении эффективности, на создании современной индустрии. Нарушение прав здесь на каждом шагу. 31 октября 2015 года мой супруг находился дома, его забрали в качестве подозреваемого незаконно, ну то есть без объяснения причин забрали из дома и в арестонский отдел полиции, после чего на второй день мы его нашли мертвого в морге. 39-летнего Владимира Цхаева задержали якобы по подозрению в якобы причинении огнестрельного ранения полицейскому. Доказательств вины у пинкертонов не было, и потому признание решили просто выбить. Выбивали так, что забили человека до смерти. ЧП получило резонанс и привело к беспорядкам в столице Осетии. На вдову жертвы полицейских оказалось давление. Только 4 года спустя удалось добиться суда над преступниками в погонах. Есть руководящий состав в момент преступления и многочасовых пыток моего мужа, впоследствии его убийстве в отделе, ни один из руководящего состава не был привлечен и не находится на скамье подсудимых. ОПГ нотариус Валиевой тоже цветет и пахнет. В городе десятки пострадавших от ее деятельности. Мой сын заболел эпилепсией, и мне надо было его возить в Москву в больницу. Пока я сама работала, я успевала, и каждые 3-4 месяца я возила его в Москву. В 2009 году меня сократили на работе. Естественно, я уже не в состоянии была его возить в Москву на лечение. Поэтому я дала объявление в газету, что возьму 2 миллиона под проценты. На мое это объявление отозвался Загоев.
Фатимат Казаликашвили имел неосторожность занять деньги у ростовщика. Он привел ее все к тому же нотариусу Валиевой. В офисе оформили договор залога на квартиру. На самом деле деньги женщине нужны были для того, чтобы закрыть один кредит в банке и затем взять другой, более крупный. Зная об этом, Загоев дал ей всего 1 миллион. Этой суммы для совершения операции, конечно же, не хватило. Обещания о выплате остатка, причитающегося женщине по договору, продолжались долго. И внезапно они сменились общением в судах и в кабинетах приставов. Я обращалась и в прокуратуру, и в МВД, и в ФСБ, куда только я не обращалась. Нигде ничем мне не помогли. Квартиры все... вы лишились? Да, квартиры я лишилась. Квартиры я лишилась. Сейчас вы где живете? Сейчас то на одной квартире, то на другой. Скитаемся по разным углам. Дети в квартире были прописаны? А двое несовершеннолетних детей, мои внуки. То есть вы просто выписали и квартиру отобрали? Да, да. А сыну с вашим что сейчас? Сейчас также он болеет. Я не в состоянии его и сейчас на данный момент возить в Москву. Казалось бы, чистота, порядок, благоустройство – это признак любого современного города. Это самая малость того, что могут сделать чиновники. Мы находимся на площади фонтанов в Владикавказе, где нет ни одного работающего фонтана. Ну правильно, зачем? Фонтаны, они же нужны простому народу. Чиновникам они прибыли не приносят. Эту площадь решили использовать куда более рационально. Здесь прямо на асфальте нанесли рекламу воды, которую производит фирма главы республики. Увидев все это, мы попытались задать главе республики Вячеславу Битарову единственный вопрос. Когда в его вотчине закончится весь этот средневековый беспредел? Мы специально пришли на его встречу с жителями одного из сел. Сотрудники пресс-службы вежливо попросили нас не нарушать ход встречи и подойти после нее. Так и сделали. Но не тут-то было. Микрофон при подходе к нему пришлось отдать. Оператор, находящийся в стороне, попытался пробиться через толпу охранников и активистов, однако... Задать вопрос тоже до конца не удалось. Совет со стороны чиновника был таков: снимайте горы, красоты, а к нам не лезьте. В своих проблемах мы и сами без вас разберемся. Да нет, нет, не разберетесь вы сами, поверьте уж мне. Это уже далеко не внутриреспубликанский конфликт и даже не внутрироссийский. Это уже давно международный скандал. А о красоте гор пускай снимает государственное телевидение, что получает деньги из бюджета. На обратном пути из Владикавказа в Москву адвокат Александра Кобелева, что представляет интересы пострадавших от деятельности того самого ОПГ, силовиков и юристов, про которые мы рассказывали сегодня, избили прямо в самолете Аэрофлота. При этом ему передали привет от министра МВД Осетии Александра Скокова.